Дорогие друзья, всем привет! Сегодня хочу с вами поделиться рецептом соуса, который идеально подходит для рыбы и овощей. Сегодня на ужин я готовлю красную рыбу и буду просто отваривать овощи. У меня капуста брокколи и цветная капуста. Ну, отварю буквально минут 5, такой альденте, да? Как правило, такая еда, она немножко скучновата, если ничего не добавить. И вот этот соус, он просто идеально подойдет, чтобы вкус стал более раскрытым, таким приятным, немного чесночка, укропчика. Ну, в общем, дорогие друзья, готовлю соус. Первым делом я сейчас отправлю рыбу запекаться. Здесь у меня я выложила красную рыбу. Не солила, не перчила, я это все делаю по готовности. Выпекать я буду минут 15, и овощи сейчас отправлю отвариваться. Для соуса нам понадобится: у меня сметана, я буду использовать грамм 200, у меня сметана 25%, можете использовать йогурт, только берите не обезжиренный. Немного укропа, один зубчик чеснока, пару свежих огурчиков и пару столовых ложек каперсов. Каперсы придают этому соусу особенный вкус. Соус готовится очень быстро, так что приступаем. Сметана. На терке натираю огурец, натираю на терке чеснок, одного зубчика вполне достаточно, мелко нарезаю укроп и пару ложек каперсов измельчаю. Соус перемешиваю. Соль добавлять не нужно, либо посмотрите по своему вкусу, каперсы очень соленые. Горячую рыбу я присаливаю и добавляю черный свежемолотый перец. Не прошло 20 минут, наш ужин готов. Сверху на рыбу я выложила немного вяленых помидор, оливки и маслины. Добавила зеленью зеленый лук и зеленый базилик. Овощи я сбрызнула оливковым маслом. И вот он, наш главный герой – соус. Приготовьте такой соус. С таким соусом ни один овощ на вашем столе не покажется вам пресным. Это действительно очень просто. Вкусно, и посмотрите, как красиво. Все, я заканчиваю на этом очень вкусное видео. Всем пока-пока и до новых встреч на канале Андрей Соленый. Всем пока-пока.